Это пальто выполнено по абсолютному фасону верхней одежды Мориарти. Такая типа крылатка, там сюртук. Шляпа была очень характерная у Мориарти. Она была с низкой тульей. Значит, но шито это было на Шерлока Холмса. Это в какой-то момент он, значит, переодевался под Мориарти. Что вам нужно, милейший? Ватсон, вы пришли вовремя. Я где-то забыл свои ключи. Вот такая твидовая тройка. Шикарная, прямо скажем. Сшитая на Шерлока Холмса. Ткань была привезена из-за границы. Здесь вот такая полуспортивная шотландка. Бриджи. Это доктор Ватсон. Ну, а позвольте представить. Доктор Ватсон. Мистер Шерлок Холмс. Эти костюмы из приобретений господина Александрова, то есть они уже и для него были антикварными. Костюм короля Клавдия, в этом костюме был Михаил Названов, исполнявший эту роль. Штаны, кюлоты и кафтан – это золотое тиснение. Камзол внизу – это золотое шитье. Это старинный и престаринный костюм. Человек-амфибия. Вот так сверкал Ихтиандр, когда он был в воде. И вот такой он был поблекший, когда злые люди его вытащили на берег. Мне запрещали любить тебя, а я любил. Дыроколом нарезалась кинопленка на такие ровненькие, тоненькие кружочки. Каждый кружочек отдельно кисточкой для ногтей красился перламутром. А потом одним стежком за краешек пришивался к трикотажной майке, которая есть внизу. Получалась абсолютная чешуя. Абсолютно. Она вся, так сказать, как у живой рыбы, трепетала, трепыхалась, особенно в воде. Мундирное платье Екатерины Великой сшито на Светлану Крючкову, фильм «Царская охота». Костюм принца Флоризеля, сшитый на Олега Даля, фильм «Приключения принца Флоризеля». И Савина, дама с собачкой. Элизабет Тейлор, синяя птица. Платью больше 40 лет, поэтому немножко осыпалась мишура. Но благодаря тому, что она осыпалась, мы видим, что все была ручная работа. А вот мы опять пришли в Шерлок Холмс. Только теперь это миссис Хадсон. Вот в таком французском платьице из 19 века. На Ленфильме всего хранится примерно 150 тысяч костюмов. Нас часто спрашивают, как могло сохраниться. Ну, вот такие у нас люди, так они работают. Эти костюмы, например, уже очень много уже лет. Это начало 80-х. Вот, они в прекрасном состоянии.